Кузя, ты кушать хочешь? Кушать? Ой, мама, какие глупые вопросы задает. Больных вообще кормить надо несколько раз. Да. Борщ давай. Давай наливай. Кашу, борщ. Все давай. Да. Борщ будешь? Ну, конечно, буду. Ну, чтобы какие глупые вопросы. Кусь, борщику, да, Кусь? Кусь, да? Сейчас мама тебе покушать даст. Вкусняшку. Вкусняшечку. Да. Да. И будешь баиньки. Вот. Кашка у меня в холодильнике стоит, Кузина. С мясом сваренная. Холодная. И вот и теперь ее еще сейчас борщика горяченьким борщиком зальем. Вот такой вот. Кузька борщик мамин любит. Все сейчас перемешаю. Вот такая красота получилась. Если тепленькая. Да. Кузенька, приятного аппетита. О, процесс пошел. Если аппетит есть, значит ребенок на поправочку пойдет. Да. Вчера не было никакого желания кушать. Ой. Ой, какая вкуснота. Очень вкусненько. Мамин слоник кушает. Вот такой слоник. Да, кушай, кушай. Кушай, кушай, не отвлекайся. Лопушечки поставил. Ну, что я вам хочу сказать. Вот, Кашка, все. Да, вот теперь надо еще немножечко похрустеть. Чуть-чуть. Да, ну это как мы, наверное, с хлебом едим. Ага, чуть-чуть, сейчас еще чуть-чуть. Ну, вот так вот пару раз. Еще разочек. Два. Вот. Вот так Кузя у нас питается. Ага. Все, нормальненько. Нет, не добрал. Усиленное питание больного. Да. Все. Нормально. Раз аппетит есть, все хорошо. Ой, и там все вкусно, тут все вкусно. Все. Все, чуть-чуть похрустели. Ну, в общем, все хорошо, да, Кусь? Кусь, ты далеко? А, ну все, наверное, спать пошел, да? Спать пошел. Ой, все, можно спать ложиться. Ну что, всем пока-пока. Обязательно вечерний массаж, обязательно, после еды. После еды вечерний массаж.